Ирина Апанова учится в 8 классе. Поход в школу для нее превращается в настоящее приключение. Нужно преодолеть все ямы, увернуться от машин и не испачкаться. Дороги у нас, конечно, ужасные. Идешь в школу, в школе ругают за грязную обувь. Когда говоришь, что все ходим ногами, летать никто не умеет, ответ не получаем. В смене обуви холодно. Эти кадры сняли и прислали нам в редакцию местные жители. Проблема, которую нужно решать в кратчайшие сроки. В дождливую погоду вся вода с улиц затекает во дворы. Чтобы хоть как-то решить эту проблему, жители улицы Сельби начали строить вот такие небольшие дамбы. Последний раз улицу посыпали щебнем еще в 2018 году. Деньги собирали местные жители. Написали заявление администрации города, где нам объясняют о том, что наши улицы не внесены в реестр города. Улицу Сельби внесли в список улиц, которые подлежат строительству и ремонту до 2025 года. У нее появился свой технический паспорт. Там необходимо начинать вопрос с подвода инженерных коммуникаций. Хотя бы основные – это хозбытовая канализация, это ливневая канализация для отвода атмосферных осадков. И впоследствии уже мы должны сделать там твердое асфальтобетонное покрытие. До 2025 года все дороги, которые считаются проездными, приведут в порядок, пообещали в городской администрации. Эдем Садиков, Саид Велиляев, телеканал «Милет».